Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас холодильник с нижней морозильной камерой LG GAB419S. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. Данная модель продается в трех цветах – серебристый, бежевый и белый. Тип дисплея сенсорный, объем морозильной камеры 79 литров, объем холодильной камеры 223 литра. Количество полок в холодильной камере 4, количество ящиков в морозильной камере 4. Светодиодная подсветка холодильной камеры энергосберегающая с увеличенным сроком службы. Размеры холодильника: ширина 60 см, высота 191 см, глубина 66 см, вес 66 кг. В инверторном компрессоре электродвигатель с инверторным управлением может менять интенсивность работы, снижать при достижении нужной температуры или увеличивать при потере холодного воздуха или необходимости быстрого охлаждения или заморозки. Благодаря инверторному управлению уменьшается износ, потребляется меньше электроэнергии, компрессор тише работает. Класс энергоэффективности А+, потребление электроэнергии 277 кВт-часов, уровень шума 39 дБ. Multi-Airflow – система многопоточного охлаждения равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими даже на верхних полках холодильника. Быстрая заморозка не повреждает структуру продукта, сохраняет их вкус, цвет и питательные свойства. При быстрой заморозке кристаллы льда в тканях образуются быстрее, равномернее и мельче по размеру. Эта функция особенно полезна для лучшего сохранения домашних заготовок. Total No Frost. Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, и отрицательного мнения оказалось совсем немного, только один отзыв. Сейчас расскажу, на что же жалуется обладатель данной модели. Шумит, как старый холодильник. Но я стараюсь быть объективным, и поэтому расскажу и о положительных сторонах, которые частично пересекаются с отрицательным мнением. Давайте перейдем к хорошему. Удобное расположение полок, очень тихо работает. Довольно простой в уходе, красивый, тактильно приятные материалы, экономичный, есть функция быстрой заморозки, дисплей на дверце, морозильная камера шикарная. Возможно, вы станете или уже стали владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о холодильнике. Все лучшие цены на эту модель находятся в описании под видео. Очень надеюсь, что обзор был вам полезен. Буду очень признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. До встречи в следующих обзорах. Всем пока!